гармонизации наших отношений вообще с внешним миром, в частности с нашими перспективными партнерами, с которыми у нас зафиксирована общность целей, интересов и ценностей. И это явно не Россия, где нет соответствия ни по одному из перечисленных мною пунктов. Ни по одному. Стало быть, нужно менять положение вещей. И вот я опять возвращаюсь к тому, сколько раз еще Россия нам должна давать в лоб, чтобы мы поняли, что ожидать от России на данный момент, особенно на фоне динамики войны, которую ведет Россия против Украины, ожидать, что в России что-то изменится. Это то же самое, что надеяться на оживление Ленина в мавзолее.